Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизриш Саидов провел заседание президиума. Депутаты обсудили предполагаемые вопросы для рассмотрения на 10-й майской сессии Народного собрания. Она пройдет 25 мая. На ней уже к третьему чтению представят проект закона Республики о вопросах регулирования земельных отношений в Дагестане. Также рассмотрят проект закона о порядке определения цены продажи земельных участков, которые находятся в собственности Республики. На сессии предполагается обсудить и принять во втором чтении проект закона о творческих работниках и творческих союзах в Дагестане, призванный активизировать деятельность творческих союзов, направленную на сохранение и развитие традиций литературы и искусства. Ко второму чтению будут представлены и проекты законов об общественных воспитателях несовершеннолетних, о внесении изменений в закон Республики Дагестан о физической культуре и спорте, о профилактике правонарушений и многое другое.